Три года колонии строгого режима. Именно такой срок получил за вымогательство и взятки бывший судья Советского районного суда Дагестана Махачалиев. Обвинительный приговор вынес Краевой суд Ставропольского края. Преступление было совершено весной 2015 года. Алиев требовал от матери подсудимого 500 000 рублей. За эти деньги он обещал не привлекать ее сына к уголовной ответственности. Женщина дала согласие, но решила сообщить о коррупционном преступлении судьи в правоохранительные органы. При передаче требуемой суммы Алиев с поличным был задержан сотрудниками ФСБ.